Это не может быть. Ты что, плачешь, что ли? Маргарита. Почему не везет, а мне нет? Ты хочешь iPhone 8 Plus? Всем привет! И вы на канале Сестрички Лайф! И сегодня у нас для вас новый челлендж. Как вы видите, у нас на заднем плане карта. Это видео очень популярно на американском ютубе. Называется этот челлендж «Дротик в карту». Вот наши дротики. У каждого из нас будет 4 попытки. Если кто-то промахнулся, тот и пропускает ход. И на каждую часть карты можно попадать только один раз. Мы будем зачеркивать каждую. Теперь посмотрим, что есть на нашей карте. Ребят, хотим посоветовать вам очень интересный канал «Чао Юля», где Юля с мамой и с папой делают слаймы и лизуны, проводят интересные челленджи и веселые игры. Обязательно заходите на канал «Чао Юля». Там вы найдете много интересного. Обязательно подписывайтесь, будет весело. Ссылочка, как всегда, в описании. Кстати, ребят, у нас есть для вас предложение. Если вы хотите, чтобы мы сняли такое видео с родителями, то давайте наберем под этим видео 20 тысяч лайков. Мы снимем это видео с родителями. Ну что, поехали? У нас есть Starbucks, есть Apple, метро, McDonald's, Players. Вопросик. Это означает, что можно выбрать что-то отсюда, из этой карты. Водичка, стакан водички можно выпить. Потом Miller, PlayStation, H&M, 100 франков, Manor, мороженое, 5 франков и Toys R Us. Сейчас мы определим, кто первый. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я первая. Нет! Я промахнулась. Значит, я пропускаю ход. Теперь моя очередь. Это пони? Юникон. Вот здесь можно. Юникон. Кружечки можно разрисовывать полностью. Это как мандала, да? А есть такой маленький цвет. Но еще не купила. Стой, Сарас. Что ты хочешь? Лол? Лол не хочешь? Выбираешь? Вот это хочешь взять? Такую большую, а что там внутри? I don't know. 20 сюрпризов, а там 20 сюрпризов. Uh-huh. Все, хорошо. Берешь? Да. Точно? Да. Все, засчитываем. Пожалуйста, хоть куда-нибудь можно мне попасть? Ребята, я попала на линию. Это на Макдональдс и метро. А это значит, что я иду туда и туда. Круто. Так, Маргарита пришла в метро. Что ты выбираешь? Не знаешь? Маргарита не знает, что ей выбрать. Ты выиграла, выбирай. Ты хочешь кигуруми? Пойдем посмотрим кигуруми. Пошли. Ты хочешь такой? Или вот такой? А это кто? Это единорог. Это тоже единорог, голубенький. А кто это? Как его, Стич зовут или как его? Стич. Смотрите, здесь Пикачу. Тинки. Посмотри, какой номер. Посмотрите, какой номер. Маргарита еще одного единорога возьмет. Все свой маленький. Все, выбрала. Маргарита выбрала единорога. Значит, ты сам скажешь. Вот.
Биг тесте. Как они красиво положили. Как они аккуратно положили. Что еще там есть? В биг тесте есть картошка фри. И гамбургер. И соус. А пить? Мама, смотри, смотри, что я Знаешь, что я всегда и спрайт. Делаю? Насыпаю всегда картошку вот сюда. Вот это дело. И тартар соус вот сюда. Уголочек. Приятного аппетита. Спасибо. Ты уже переоделась? Да. Не хочу. Пай. И да? А в тебя влезет? Точно? Я у тебя картошку. Спасибо. Так, теперь я. Как она это делает? Я попадаю туда, куда хочу. Ксюш, научи меня. Давай, выбирай. Отклеишь что-нибудь. Собачку или что-то. Мне такой только взять. Маленький. Это для монеток, для денежек. Мне вот такой взять. Смотри. Смотрите, ребят. Тоже. Это можно сверху, вот тут вот за него можно цеплять, он будет висеть. Здесь духи, наверное, туалетная вода. Смотри, такой вот. Все, ты выбрала? Ксюша выбрала. Это что, крем для рук? Да, потому что у меня руки. Ручки мазать. Все, держи. Я хочу попасть в яблочко. Ребят, я еще никогда не была в Starbucks. А Маргарита идет куда? В Starbucks. Она очень хотела побывать в Starbucks и купить что-нибудь. Заказали коктейльчик. Желание загадывай потом. Почему? Когда первый раз что-то пробуешь, надо желание загадывать. Там с чем? С карамелью? Ну давай, пробуй. Что, вкусно? Вкусно? Ну что, посмотрим, куда я сейчас попаду. Это не может быть, я не верю. Ну почему Ксюша везет? Ну что, ребят, мы пришли в Apple. Ксюш, я надеюсь, ты не выберешь телефон. А что ты выберешь? Что ты хочешь? Наушники. Ну что, выбирай, ты имеешь право выбрать все, что ты хочешь. Так мне уже страшно. Ты хочешь iPhone 8? Ты хочешь iPhone 8 Plus? Нет. Это то же самое. Ну что, Ксюш, доставай свою обновочку. Открывай. Распаковывай. Коробочка, видишь, какая маленькая? Да. Малюсенькие, ну-ка попробуй, двушка. Они такие маленькие. Все? Ну это чтобы не заряжались. Ну вот, теперь у тебя есть, а у нас ни у кого нету. Я попала в мороженое. Вот Apple, а я мороженое.
Ты хочешь в стаканчик вафельный или в бумажный? Какой, смурфик? Да. А тут есть карамель, нет? Вот карамель. Да. Какой, карамель. Большой или маленький? Какой есть? Вон большой. Есть большой, есть маленький. Ну, давай. Я взяла большой. Смотри, какое мороженое. Такое, может, возьмешь? Да. Все? Ну, не знаю, я. В свой выигрыш получила мороженое карамельное. Карамелька. Что у меня еще осталось? Ну что, ребят, последний мой бросок. Я попала в 100 франков. Я не могу поверить. Маргарита. Агош. Ты что, плачешь, что ли? Маргарита. Почему не везет, а мне нет? Это всего лишь игра. Маргарита. Маргарита, ты что, плачешь? Нет, это шутка. Да ну тебя. Я думала, ты плачешь. Ты выиграла 100 франков. Ты можешь купить все, что ты хочешь. А Ксюшка уже купила себе тоже Starbucks. А что ты еще будешь покупать на 100 франков? Ну, уже у тебя не 100, у тебя уже... 7. У тебя уже 93. 93. В общем, 100 франков это где-то 100 долларов примерно. Еще что ты будешь покупать? Не знаешь? Теперь Ксюша должна что-то купить на свои деньги, которые она выбрала. На 90 франков ты должна что-то купить. Знаю. Да. Всякие разные, какие хочешь. Ты у нас сразу в куклу играешь. Да, крутые, стоят тоже круто. Да, очень круто. Пупси! Барби. Ой, куколка-русалка. Мама, идем пока. Ну что, давай показывай, на что ты потратил свои 100 долларов. 100? Да. Starbucks. Да. Ну, Starbucks. А. Коктейль. А, да. Я купила Starbucks. Это такие шарики для этой машинки. А что они делают, надувают? Да. Ну, у нас уже машинка была. У меня еще Уна. Угу. Набор. В общем, Ксюша будет выращивать каких-то головастиков. Смотри, не такие. Да. Я потом хочу в ручки взять. В общем, они должны там какие-то яйца, по-моему, внутри. Потом да. Их высыпаешь в воду, и вырастают вот такие вот головастики непонятные. Следующий набор какой-то. Детектив. Да. Набор детектива. Ты будешь в детективы играть. Это такая повязка на дверь. И когда надо под реки вставить, потом надо включить. Потом, когда кто-то пройдет или хочет дверь открыть, потом оно будет пикать. Это такой... как сигнализация? Да. Сигнализация на дверь. Чтобы не заходили малыши в комнату. Понятно. Дальше. И знаете. Еще один котенок. Lost Kitties. И потом такой наборчик, как, где можно отпечатать. Отпечатки пальцев снимать? Ты будешь во всей квартире отпечатки снимать? Кто трогает твои вещи особенно, да? Угу. И потом такой набор. И набор детектива тоже. Интересно. Ты хочешь... А, ну, Ксюша же у нас полицейским хочет быть, поэтому... Ну, не полицейским. Я думала, что ты взяла какой-то набор инструментов, честно, для папы. Похож чемодан. А на самом деле это секретный чемодан. Ну что, ребят, мы надеемся, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки. И не забывайте про 20 тысяч лайков. И тогда мы снимем этот челлендж с родителями. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Пока!